Тем временем стало известно, что склон под Одесской мэрией планируют укрепить. Как сообщили в городском управлении капитального строительства, соответствующее заключение об угрозе сползания земли в этом участке было получено в профильном институте сейсмологии. Планируется установка подпорных стен и дренажной системы. В процессе проектирования реставрации здания старой биржи, то бишь нынешней мэрии, было сделано инструментальное обследование сейсмической устойчивости этого здания, и данные были направлены в НИИСК, а также в экспертизу. Согласно рекомендации экспертизы и НИИСК профильного института по сейсмике, было рекомендовано произвести расчет устойчивости склона, который показал необходимость строительства подпорных стенок, а также дренажной системы, которая уменьшит обводненность грунтов вокруг здания. Пока что сползаний не наблюдается.